Привет, вы смотрите видео-версию сайта военноедело.com. Эрдоган рассказал о рассмотрении Анкарой альтернативы американским F-35. Как сообщает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара продолжает получать предложения о приобретении истребителей пятого поколения. Альтернативы готовы, предложения поступают, цитирует слова Эрдогана телеканал NTV. Напомним, что после того, как Турция приобрела российские ЗРС С-400, США отказали Анкаре в поставках своих истребителей F-35. После этого президент Турции совместно с Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Там турецкий лидер осмотрел российскую технику, в том числе новейшие истребители Су-35 и Су-57. При этом он не исключил возможность покупки этих машин. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное дело.com.